Не прекращаются обстрелы украинских позиций в зоне АТО. Противник бьет на всех направлениях. На Луганском из пулеметов, на Донецком в ход идут минометы и гранатометы. Нашим бойцам приходится открывать ответный огонь. Геннадий Вивденко побывал сегодня на позициях. С Российской Федерации им прислали подкрепление в виде корректировщиков и операторов-наводчиков. Ну, то есть командиров подразделений, минометных, там арт-батальонов и тому подобное. Вот и активация пошла у них. Оккупанты опасаются наступления вооруженных сил Украины на Светлодарской дуге. У них паника. Они боятся потерять оккупированную Горловку, пишут интернет-ресурсы боевиков. Наши пока стоят и наблюдают. На Донецком направлении в Песках бойцы получили новые крупнокалиберные пулеметы. Эффективность ее на пятерочку. Мы получили достаточное количество таких утесов. Благодаря вот таким вот примочкам, как планка Пикатинни, сошки, приклад, регулируемый монопод, новому дульнику, отдача гасится практически полностью. Ну и как огневое средство против пехоты, против легкобронированной техники. Отлично. Прицельно, кучненько можно насыпать. Пока команды вперед нет, жалуется боец с позывным Филиппыч. По нам стреляют, дают команду, мы даем ответку. Нету, сидим терпим. Иногда двигаются, но сам не стреляешь. Только за минувшие сутки на линии фронта около 30 обстрелов. Один воин погиб, двое ранены. Юлия Жешко, Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук и Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Донецкой области.